Всем привет, ребят, вы на канале Влад Впадлу. Перед началом попрошу подписаться, не забывать поставить лайк, написать комментарий. Сейчас мы увидите самого такого интересного фуриона, который мог придумать панда. Это через спруты, через интеллект. Основное наше умение — это вот первый спелл, который нам дает. Он наносит урон в секунду за деревья, и от него мы все, в принципе, и делаем. Дальше у нас есть увеличение восстановления. Также мы можем ходить через деревья. Тут нам дается БКБ на 2 секунды перед последней прокачкой. Тут у нас доп. Спруты появляются. То есть у нас были одни, плюс вторые, плюс третьи. Тут спруты стоят чуть дольше. А последний, он увеличивает урон от заклинаний на 3% за каждое дерево вокруг героя. То есть вокруг арен, вокруг всего, где есть деревья. Плюс ваши спруты тоже, конечно же, считаются деревьями. Интересная сборка через урон именно вот этого спелла. Через деревья, через пруты. Всем привет, ребят, вы на канале Влад Впадлу. Сегодня будем записывать натурального тупо проповедничка. Через интеллект у нас осталась ветка. Я не знаю, пацаны уже научились покупать топорики или еще не научились. Я даже вот так, наверное, сделаю. Так, ну нам надо спритц. Да, будем сейчас записывать, не знаю. Посмотрим на эту веточку. В принципе, панда уже записал. Но будем честны, там чуваки не то что не покупали топорики, они вообще просто как будто боты были. Объективно, ну, это будет честно сказать. Там финал чел просто стоял. Ну и у меня на самом деле тоже чуваки играют. Да. Как больно они бьют, эти горгульи. Ты посмотри на них. Да просто забей. Челы на горгульях. Я по одной, да, только попал? Ой, кринж. Ладненько, улетаем. Очень плохо. Очень плохо отфармил, прям ужасно. Хорошо, хорошо. Подловили СФа. О, плюс. Ой, кайф. Сейчас мы сейчас тебя убьем, кстати, это в курсе. И всех твоих дружков. Мы вас всех убьем. Ладно, фармим, короче. Брасерочек имба вообще, не знаю. Кто не покупает брасерочек, но ошибка. Еще урончика доберем. Можно еще попробовать кого-то убить, на самом деле, еще я стесняюсь. Надо, чтобы она к деревьям побежала. Не хочет бежать к деревьям. Я знал, что надо проверить центриком, но что-то. Оп, надо успеть. О, успели. Так, сейчас вот этого красного нам надо убить. Сейчас его в деревья выманим. Не знаю, хватит нам урона или нет. По идее, не хватит. Это даже не рядом. Так, ладненько, возьмем сейчас вот эту штучку. Пока с руки побьем. Нормально, я занял этот шрайн, тупо стою тут. Эфикей. Фармлю себе спокойно. Сейчас еще раз попробуем. Интеллектика еще докачаем. Выманим его. Он подходит. Нажимаем. Вот так деревья побольше бэхнули. И бьем. Давай получай какой-то урон, пожалуйста. Вообще не получает, типа, урон никакой. Ладно, идем дальше хилиться. Нам надо его уже забрать, потому что я на него столько уже времени потратил. По идее, сейчас буду до Талова бить, пока он уже не умрет. Ой, добил.
Беги, Фуриончик. Окей. И как вы мне дадите урон? Хотите по секрету скажу? Никак. Бегим. Бегим булочки лечить тупо. Оп, хил. Оп. Зачилили. Еще и красного добили. Это вообще кайфово вышло. Главное, чтобы пацаны топорики не додумались покупать. Это лишнее. Ну, с этим чувачком будет посложнее. Кстати, я знаю, как можно заобузить вот так. А тех... Нет, до тех не дошло. Они от деревьев, да, отходят, и поэтому урона меньше. Сейчас вот так еще возьмем. Они должны прям в деревьях стоять, тогда урона много. Если они от деревьев уходят, то урона меньше. И это важно. Давайте еще тогда прокачаем. У нас хило было побольше. У нас минута еще есть. Давайте хультой сейчас доберем. Шейкер, конечно, вовремя. Кстати, посмотрите на палочку. Тупо Red Slayer. Подписывалась она еще во времена, когда Адмирал Бульдог на Фурионе творил всякие вещи. Тупо 100 лет назад. Ладно, мы уже бежать, наверное, не будем. Сейчас будем фармить просто. Уже заберем потом. СФчик тоже хорошо фармит, я смотрю. А если мы вот этих мобов сейчас вытащим сюда, этих сюда, всех заведем вот сюда, поставим вот так и вот так сделаем. Мне опять повезло. Я увидел ВД только. Молнию мы забрали. Молнию Маквин. Так, интов я качать не собираюсь. Сейчас возьмем деревья, потом инту возьмем. В принципе, нам даже нет проку. Ну, интак интовики. У нас все равно урон идет от деревьев. Я забыл, да, нажать? Урон от деревьев идет. Нам, в принципе, без разницы. Нормально у них там битва. Хексик выглядит неплохо. Сайленс тут выглядит неплохо. А, ну нам же вот эта шмотка надо. Нам вообще, если так подумать, нам прям магических шмоток можно много не собирать. Я вообще хочу больше в этой игре пойти в какие-нибудь хпшки. Пока возьмем молнии для фарма. А там уже будем смотреть, от чего мы будем страдать. Давайте хоть посмотрим, кто там против нас. У нас интовый ВД. Ловкость. Денис чисто стабильный 1600 на силовом. Это мой, ну, это мой любимцы просто. Ладненько. В принципе, все средненько. Ничего уникального, но ничего плохого. Еще они болючие, эти кенты. Я могу их из руки уже убивать. Еще хилочку вот так поставил, и все, и кайфуешь. Да я не кайфую, если честно. Вообще не кайфую, меня кенты просто стерли.
Ладно, я переборщил. Я думал, этих там чуть-чуть спам, нормально. Первая смерть у нас, конечно, идет идеальная. Потерпели чисто поражение от сатиров. Давайте им за это отомстим. А мобы-то вот эти сильные на самом-то деле. Эти сатиры, я их недооценил. Ихнего подхода к делу. Давайте, что там у нас? Давайте вот, вот так возьмем. Не, ну кто в деревьях, он прям вообще очень много урона получает. А если рядом просто стоят, то особо там и урона нету. Надо было 15 секунд подождать, конечно. Так, что нам там не хватает вообще? Сколько нам еще? 400 голды надо. Это я качать не буду. Пока так побьем мобов. Их двух интов проку все равно не так уж и много. Так, ладно, пока фармимся спокойно. На чиле, на расслабоне. А ну, подтолкните меня. Напоследок, подтолкни. Угу, понял, подтолкнул, проверяй. Водичка. Сюда ее. Хорошо. Забираем гем. С ДДшечкой, кстати, тип. Так, я знаю, антимах тут, значит, фармит, СФ тут, мы увидели. Ладно, я больше не буду недооценивать этих крипов всех. Плохо первую тычку дали, ну, первую молнию вот эту плохо дали, вообще не нафармились. Я бы вообще сейчас первый, ну, блин, Этериал выглядит клёво, да? Вот мах криты, почему бы не собрать? Они, мне кажется, больше статов просто дают. Да, вот видите, вот этот моб быстрее умирает, чем эти. Хотя по логике должно быть наоборот. Ладно, сейчас форманемся немножко. Ага, форманулись. Опять все вытарено. Ладненько. Так, у меня еще один слотик. Давайте инту доберем. Вообще на одном месте достаем чисто. Ну как плохо вышло. Че, ульты не видел? Но ей не повезло, у меня была молния. И очень много крипов она сагрила изначально. Поэтому я смог просто тем, что я ее бил, отхилиться. Не забывайте, когда вы нажимаете, это все магический урон. А у меня есть магический хил. Лох. Ладно. Здорово. Здорово, братишка. Здорово. Не виделись давненько с тобой, да? Чуть-чуть прироста возьмем. Хотя не знаю, нужен ли он нам вообще или нет. Я бы еще тапочек взял, что-то без тапочка вообще грустно бегать. По лесочкам, там если мансить попкой вот этой своей. Нам бы еще вот этот талантик тоже взять, мне понравилось. Он снял энтов, 18 статов, и туда, это прям звучит очень круто. Если тут мобов нет, можно не нажимать. Угу. Уже все выформлено. Можно наугад побежать, конечно, сейчас туда. Вообще не понимаю, что мы увидим, но мы побежим. Вот тут, да? Колба тут? Или снизу? Ага.
No problem забрал? Понял. Блин, вот это неплохо выглядит, на самом деле, магический урончик. Но это уже задел под будущее, на самом деле, зря я, наверное, да, взял? Это ж... Хотя мы до конца ничего не будем брать. Магический БХ. Без линзы. Поздравляю, вы проиграли. АФК кристалка через силу? А, тоже через инту. Бам-бам-бам. Хорошо. Еще талик мне дали за это. Давайте еще БКБшку. Блин, ну, главное сейчас выйти вот эти два таланта. И все будет у нас неплохо. Сбегаем, фармим. Давайте, может быть, даже возьмем вот так. Что у нас? Какие у нас проблемы? Я бы вот так взял. Просто заткнуть вот так ротик. Бэмс. Антимаги. Хотя тоже. Я бы и можно просто тарасочку взять. Хотя нет, это, наверное, будет бесполезно. Давайте лучше акторинчик возьмем, а там уже будем еще судить уже по факту. На самом деле, думаю, можно и интов прокачать. Ну, все равно мне некуда эти таланты кидать. Так, сейчас выберем не самая лучшая точка. Хотя одинаковые они. Вот это неплохая шмотка на самом деле будет. Задел вот этот мини-радиантик. Он вообще лишним не будет. У нас, не забывайте, последний талант. Чем больше деревьев, тем больше магического урона. Это магический урон. Причем бесплатный. Поэтому это неплохо. Вот так нажмем. Полкарты зафармим. Шишки не выдержали этого урона, сразу говорят. Мы, говорит, не хотим. Сейчас вот так его. О, доп спруты. Трое спрутов, это тройной хил. Раз, закрыли. Подхилились. Хорошо. Не ожидал, что я делаю такой маленький ТП. Я тоже. Скажу ему честно, я тоже не ожидал. Но я подумал, может, сразу там подфармим. Опа, стерлась девочка. Так, опять никого не вижу и не слышу. Мобов тут нету. Я не попал по нему, да? Не, ну я его убил, но если бы я попал, он бы быстрее умер. Так, Тарюша вообще нормально, чисто. Нам надо вот этот КД сбивать максимально. О, сейчас девочка сразу отлетит. Я попал вообще по ней? Не попал, да? Лол, я не попал по ней вот этим самым основным спылом. Как же я плох. Как же ты сейчас... Как же тебе сейчас не повезло, мужичок? Да просто забей. Вот смотрите, какой хил. Я только что был лоу-лоу, а теперь фул. Не повезло сейчас только что мужику. Улетаем. Не ультой. Хорош. Так, тут уже все выформили. Убегаем тогда отсюда. Хоть один моб есть. Теперь я хоть знаю, где мобы есть. Давайте вот сюда полетим тогда. Тут вообще все тоже вытарено. Тут и сэф есть. Бежим, 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 бежим.
Я кинул на себя Ethereal, отвечаю. Я кинул, я нажал дабл-клик на себя, и он не сработал почему-то. Как же это неприятно. Очень сильно неприятно. Этот килл, вот это смерти ее не должно было быть. Тут кого-то бьют? Блин. Не очень хочется там находиться, если честно. Блять. Вот теперь я кинул тоже. Ладно, не самая скилловая игра, будем честны от меня. Но мне чуть-чуть некомфортно на нем играть. Но я думаю, мы все равно их одолеем. Но вот эти вот ошибки, конечно, сейчас меня топят очень сильно. А вот эти два таланта очень нужны, прям максимально нужны. А, на этих не хватило, я понял. У меня нету. Можно подождать. 5, 4, 3, 2. Ты вообще, да, не умираешь? В принципе. А ну пни и развалите ее. Понимаю. Дровка в Агиле, да? Дровка в Агиле — это не шутки, конечно. Она шуток не прощает. Не хватило урона кристаллочку убить. Это, конечно, уже плохо. Ладненько, фармим дальше. Берем вот так. Еще вот так возьмем. Даже книжку, наверное, одну бахнем. Вот так возьмем. Так, тут у нас ВДшка. Давайте на ВДшку поставим. Мне кажется, у него все чуть-чуть проще. Ну, у него Этериала нет, но он ветра купил. У нее есть ветра, кстати. Но он сейчас кинет каску. Поставит ульту и убьет ее. Ну да. Так, я в самой жопе из-за своих ошибок. Ладно, сейчас попробуем увеличение заклинаний вытарить. Октарин. И что нам не хватает? И потом сделаем вот... А, ну это нам не поможет уже. Можно сделать защитное вот так. Две шмотки. Кекс на вот этого и на вот этого чудика. Это повезло, что он купил шмотку, которая лес не рубит, но он с пикой. А еще он мог диффуз еще взять, и он вообще бы ультрасильный был. Ну а тут тип, просто тип. Антимаг в силу — это самый сложный персонаж, кто не знает, в кастомке. Даже недавно Панда написала, говорит, вот самые скилловые играют на антимагах в силу. Говорит, там надо реально уметь играть очень сильно. В кубочках нет. Я даже с соседней карты кого-то убил сейчас. Не убил. Ну и ладно. Стоять, полиция. Ну, хорошо. Теперь у нас вот тут написано, сколько деревьев. Так, хорошо, это у нас есть. Повторин нам не помешает явно. В этой всей движухе. Помните этого обидчика? Он тогда не умер.
Конечно, карта не самая лучшая, деревьев тут немного. Ну, нам особо делать не надо, просто надо вот так бегать в коридоры, выфармливать. Да и все. Сейчас вот так прилетим. Пятерочку забираем уже. Это без этериалов, без ничего. И КДшка хорошая. Ну ты не выйдешь оттуда, забей. Все. Можно теперь качать то, что я хотел. Так, почти вышли на этот. Ну так, сейчас выйдем. Теперь можно атрибут качать тут. Броня, наверное, да? Броня нам больше всего. Броня и тапок. Да, неплохо этот Радианс, мне нравится на самом деле. Он такой прикольный выходит. Мини-мини Радианс. Так, надо тут сейчас прятаться. Да, ну надо понимать, что на пику нажмет. Это надо просто понимать. Но у меня нету хекса еще. Поэтому чуть терпим. О, здравствуйте. Он меня может и убить на самом-то деле. Я знаю, я сейчас вот тут стану. И сейчас его обману чуть-чуть. Авто, блядь. Обманул. Причем я нажимаю на него, а в итоге оно автокликом на меня прыгает. Shit happens. Да, ужасно. У него БКБ надо купить. Его в идеале сейчас вынести было бы неплохо. Мне. Тут очень мало деревьев, и я очень плохо играю. Пока два фактора, которые мне мешают выиграть эту игру. Те самые два фактора, которые мне мешают выиграть игру. Вот если бы их не было. Просто суть-то урона в том, что он изначально смотрит... На сколько много деревьев. То есть, чтобы дать какой-то максимальный дэмэдж, мне нужно правильно все сделать. Но с хексиком чуть-чуть проще будет, конечно. Уже испугался. Главное сейчас не умирать. А мы даже дровку переформили, в принципе. Понять, кого-нибудь увидеть сейчас. Никого нету. Вот тут стоит всегда этот ВД фармит. Ну, не всегда, но один раз он тут точно был. Так, а тут же мне точно ничего не надо докачивать. БКБ еще есть. Вампиризм есть на самом-то деле. Он, я думаю, дровка его вынесет, поэтому мы не будем сейчас ничего собирать против него. Думаю, он сильный, конечно, но дровка его за один газ должна убивать. Максимально дадим урона. Хорошо. Блин, уменьшение перезарядок 7%. Блин, ну это очень кайфово, мне кажется. Даже 22 урона, это нам безмолвие на одну секунду. Надо думать. Надеюсь, она с ним справится. Блин, а потом с ней бы еще справиться. Да газ просто дай и 3000 ему дай. Ну или так.
Да, очень больно. Пика. Пика. Чу. Ничего нету. Блин, сайленс, перезарядка. Пока экспо буду брать, не знаю. Длительность отрицательных. Что, у меня еще талантов сколько? Я бы еще подкачал вот это. Давайте пока, ладно. Я надеюсь, мы еще этих 10 добьем где-то. У нас все еще 10 этих 10 таликов. Ну тоже, блин, столько красных, столько киллов надо сделать. У меня, конечно, все ужасно. Антимах уже жиробасина вообще 7000. Плюс у него уже контрспелл. То есть хекс на него нажимать нельзя. В первых этих спрутах я буду. Блин, с ним будет самое сложное. Хотя с дровкой не легче, там тоже надо такой паровоз устроить, чтоб... Ух, тут так много. Ну да, а что мне делать еще? Ну хоть одного застилили. Да, либардочка. Ну кайфово нажал. Вы мне просто все разрушили. Как же он вышел так неожиданно, я уже этериал потратил на моба, и вот в итоге все ужасно просто. Ладно, тут стак. Что это за фармим? Тут тоже хорошо. Ой, ладно. Что-то будем придумывать, не знаю, пока все плохо у меня. Есть вот эти два спота, которые, типа, я могу прям постоянно на них летать, пока до этой штуки, и выфармливать. Это самые кайфовые споты, они просто по 4 пачки сразу дают. Так, неудобно. Было бы сейчас карта на всю экран, я бы намного легче бы это все делал. Хорошая шмотка на самом деле. Я думаю, можно с этих тапок вот такие тапки сделать. Не знаю, пока его не знаю, как убивать. Честно вам скажу. Даже понятия нету. Но без этой шмотки я не знаю, что бы я делал вообще, в принципе, в этой игре. Она тут, да? Наконец-то мы хоть один килл сделали. У меня получилось убить их. Хорошо, этот килл был нам нужен. Летим на нашу next эту. 6, 5, 4. Следующий трек играет только для пацанов. Мы всех перефармливаем из хорошего. Потому что я просто молнии эти собрал, и они имбовые. До нас даже инжинты пришли те. С другой игры.
Так, ладно, теперь летим сюда. У меня нету. У меня не было у этой моей шмоточки. Не было. Ладно, я на самом деле думаю, я уже до туда и не дойду. Ну ладно, ничего страшного. Блин, не хватило. Чуть-чуть. А чё я тут стою? Мне же вот сюда надо. Плохо все сделал. Не умрет. Вот так умрет. Следующая песня играет только для пацанов. Да, я, короче, могу их долго держать в деревьях, поэтому... Так, экспана мне надо. Золото нам, в принципе, тоже не надо. Оставим пока. Кто победит? Даже не знаю. Даже не знаю, кто же тут победит. Так, а какая нам шмотка вообще надо? Нам в идеале, да, дерево тапок надо. Как он называется? Woodlands или что-то типа того? Где он? Woodlands Speedrun Chessmans. Он его на страхе держит. Есть? Оттолкни его пикой. Хорошо, он не нажимал, да, еще? Или нажимал? А что, останник не может нажать? Остались, конечно, уже. Нам, по идее, их только перефармивать, да? А, тут БКБшка появилась, кст. Тут вообще шмотки нету. Играет песня для пацанов. Не, ну у нас есть Ion Boots. О нем тоже забывать не стоит. Давайте еще брони доберем. 3300 хп, тут 7700, тут 3800. То есть там... Сколько кд? Блин, тут надо внимательно сейчас это все делать. Она может пику нажать. То есть мне надо ее испугать вначале одними спрутами. Правильно? Вначале ее спрутами надо испугать, потом у нее еще БКБ есть. Можно даже больше надо ставить спрутов на пачку. По две пачки. Да, надо по две пачки ставить. Быстрее буду убивать их. Так, ладно, полетим сейчас сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Повезло. Я все плохо сделал. Ну, просто играла песня для пацанов. Да, если вот так две нажать, то он нормально умирает. Мне не надо прям тут неделю стоять. Да умри уже. Так, что у нас там? Ну, мы сильно не отстаем на самом-то деле. Сейчас вот этого еще за трое спрутов убьем. Так, раз, раз. Он умирает очень быстро. Полетим сюда. Пацаны убежали. Не забывайте, у меня помимо этого еще есть вот это. Антимаг точно шмотку какую-то возьмет.
На самом деле могу отсюда и не выходить. Туре, я же могу вообще не выходить с деревьев. Он ничего не купил до сих пор для этого. Поэтому, а я уже хотел улететь. Ну все, тогда топ-2 мы гарантируем себе, а там уже будем придумывать по ситуации. Так, главное сейчас неправильно ТП не сделать. Да, если вот так ставишь две, третью оставляешь. Просто надо внимательно в деревьях, в деревяшках бегать и все. И закрывать в них. Так, ну я могу, думаю, представляешь, он где-то там. А не, ее там тоже нету. А пацаны эти отлетают. Хорошо, тут никого нету почему-то. Антимаг малый круг выфармливает. Значит, летим вот сюда. Ладно, она выформила. Она бежит теперь за мной, да? Ну она меня видит. Почему она меня видит? Так уверенно прям бьет. У меня что-то есть, да? Я просто антимаг же не видит меня. Ну ладно, он, в принципе, и ближник. Будем честны, да? Ладно, мы, в принципе, еще на первом лидирующем. Фармим дальше, не тупим. Ладно, я не знаю. С дровкой сложнее. Антимага можно покайтить хотя бы. Тогда она же обдровка вылетела. С ней я пока не справляюсь. Но первая игра, на самом деле, не такая уж легкая, как кажется на нем. Он типа прикольный, но не прям вау-вау сильный. Не, он сильный точнее. Но на нем надо понимать, как правильно четко все скиллы жать. Я чуть-чуть не справляюсь еще. Ладно, жмем. Сейчас собьем. Вот так ждем. Он очень легко умрет. Аля, просто крыса меня хуярит. С другой игры просто. Да, ну, ловки-дровки это опасные штучки такие, девчонки, опасюльки. Там шутить не стоит, конечно. Но я для них припас фишку. 2000 голды. Пока еще меня спасают, но мне надо еще пофармить. Угу, на 1000 я переформил их в итоге. Мне кажется, почему-то я с дровкой буду драться. Кто будет... Ну, кто из них победит? Ну, я думаю, антимаг победит, честно вам скажу. Скажу по чесноку. Так, ну один талант этот я не вкачаю. Тогда тут у себя что-то вкачаем. Давайте вот это тогда вкачаем. Так, кто же победит? Ну, блин, слабенькая гадочка, конечно, вышла. Бам-бам-бам, бум-бум-бум. Но у нее нету диффузов. А не, она его разорвет. Ля, он ее разорвал. Я могу ждать еще. Вот так еще сделать. Ладненько, еще что-то будем придумывать. Можно даже, наверное, купить вместо тапочка. Вот так. Типа.
Слишком плохо я все сделал. Ладно, сейчас построим себе тут аванпост. Не, сори, я не знаю, что с ней делать. У нее и БКБ, у нее два БКБ, линка. Ну, она просто пика. Ну что, вот что этот персонаж может ей сделать с этими шмотками? Можно было через рефрешер, может быть, как-то. Наверное. Но я не додумался до этого. Поэтому вот такой отворен у меня вышел. Не судите строго. ББ. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back.